Ну, я думаю, из-за этого вот мне, вот простому человеку и нам, простым россиянам, переживать вообще не стоит. Потому что Обама, там, например, или Путин, или еще кто-нибудь, это люди, живущие где-то там в параллельном мире. Ну, во всяком случае, мы с ним никогда не пересечемся, и что там между ними происходит, да, в новостях можно посмотреть, так сказать, покачать головой, подсокать языком. Ухудшение отношений с Америкой, у нас никогда не были такими особенно хорошими, в общем-то, поэтому, было и хуже, собственно говоря. Я думаю, что все это ерунда.